Присядем все с вами на коврик. Скрестим ноги в полулотос. Руки положим на колени, сделаем несколько глубоких дыханий. Можно прикрыть глаза, чуть опустить подбородок к груди. И просто постепенно наполняем себя кислородом и чувствуем, как он выходит. Еще несколько раз. И можно приоткрыть глаза. Мы с вами поднимем плечи вверх и опустим назад. Несколько раз так прокрутим их, чтобы найти красивую прямую спину. И начнем движение головой. Смотрим влево. И переводим голову вправо. Продолжаем дышать и двигаемся в своем темпе. И встречаемся в центре. Будем поднимать с вами руки вверх, делать глубокий вдох. И опускаем руки. И еще раз глубокий вдох. И опускаем руки. И еще раз глубокий вдох. И оставляем одну руку над ухом, а вторую ставим на коврик. И тянем, растягиваем бок. У меня получился правый бок, я растягиваю. Оба бедра остаются на коврике. И тянемся. Можно чуть дальше руку отвести, которая на коврике, или даже опуститься на локоть, если оба бедра останутся на коврике. И теперь начинаем вращать верхней рукой. Круги большие. И в обратную сторону. Возвращаем обе руки на коврик. Поднимаемся. Снова делаем глубокий вдох. И в другую сторону уходим. Растягиваем бок. Не западаем вперед. Верхнее плечо и рука вас поддерживают в одной плоскости. Дышим. И начинаем вращение рукой. Большие круги. Чувствуем, как все плечо проворачиваем. И в другую сторону. И возвращаемся на коврик. Снова делаем вдох, руки вверх. Правая рука, левое колено, скрутка. Смотрим назад, делаем вдох. И подбородочком по груди ведем, смотрим вперед и назад. И еще раз движение головой. Вперед и назад. Снова поднимаем руки вверх. И скрутка в другую сторону. Вдох, ведем подбородком вперед, назад.
Еще раз. Возвращаемся в центр и начинаем вращать тело. Вращать тело вокруг своей оси. Сначала в одну сторону. Теперь в другую. Включаемся в центре. Ложимся на коврик. Ноги вместе, руки за голову. И еще раз подтянемся, растянем позвоночник. Носочки вытянем, ручки вытянем. Услышим хруст. А если не услышим, потянемся еще, 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 еще. Поерзаем на коврике. Вот так. Поставим стопы на коврик, левую ногу на правую и уйдем влево на скрутку. Руки разложим в букву Т и будем смотреть в противоположную сторону от колен. С помощью вдоха перенесем колени на другую сторону. Вернемся в центр. Поменяем ноги. Правая нога на левую. И уносим оба колена влево. Смотрим вправо. Прошу прощения, колени ушли вправо, а смотрим влево. С помощью сил корпуса переносим колени, меняем направление головы. Поднимаем колени. Сначала одно к груди, потом другое. Руки на колени и вращаем колени. Подбородок стремится к груди. Нос не задирается. И колени идут в другую сторону. Поднимем ножки вверх, обхватим с внешней стороны руками наши стопы и покачаемся. Попробуйте уйти до конца в одну сторону. До конца в другую. Ой, как хорошо. Я бы так качалась и качалась. Поставим снова ножки на коврик, руки вдоль тела. И начинаем поднимать бедра вверх. А на выдохе опускаем, но коврика не касаемся. Ножки, коленки стремятся друг к другу. Как будто мы что-то зажали. Между коленями. В следующий раз, когда мы с вами поднялись вверх, остаемся вверху. Руки за спиной скрещиваем в замок. Лопатки приводим одна к другой. Можно остаться здесь или встать на носочки. Стоим высоко-высоко, дышим. Переводим руки за голову и начинаем постепенно опускать позвоночник, начиная с плечей, позвонок за позвонком, копчик – самая последняя точка. Медленно, медленно. Снова приводим колени к груди, сначала одна, потом другая. Качаемся сначала из стороны в сторону, вправо-влево с головой. А теперь вперед-назад. Чем сильнее вы раскачиваетесь,
Тем больше вы массируете спину, внутренние органы. Если есть возможность, можно даже вот так уйти назад и зависнуть на секундочку здесь. И продолжать качаться. И мы с вами садимся на коврик из этой качалки. На четвереньки. Кисти под плечами. Колени под бедрами. Будем разогревать позвоночник. Прогибаем спину. Смотрим вперед. Вдох. Округляем спину. Выдох. Опускаем голову на грудь, на живот, смотрим. Снова вдох. И выдох. Продолжаем в своем темпе. А теперь будем делать с вами волну. Присаживаемся на пятки, как будто бы, и проталкиваем себя вперед. И вот такая волна получается. Округляем, садимся, выходим вперед. Не забываем дышать. Снова нейтральное положение. Левая рука вперед вытягивается, а задняя правая нога назад. Одну линию сформировали. Смотрим на коврик. Держим равновесие, дышим. Мышцы пресса подтянуты. Делаем вдох. И на выдохе колено к локтю. Выдох. И продолжаем. Еще раз вдох. Колено к локтю, выдох. Вдох. И выдох. И еще два раза. Возвращаемся на коврик. Меняем сторону. Правая рука вперед, левая нога назад. Бедра, ягодицы, пресс подтянуты. Дышим. Начинаем приводить колено к локтю. Не торопитесь в своем темпе. Не забывайте выдыхать. Тогда сделайте скрутку. И вдыхать, когда отводите руку и ногу. И еще два раза. Возвращаемся на коврик. Колени вместе, садимся на пятку. Опускаем голову на коврик, отдыхаем. Руки можно оставить впереди и вытянуть. Помассируем запястья. С помощью рук. Себя поднимем, поставим ножки на пальчики и выталкиваем себя собаку мордой вниз, прокатываем себя вперед, как будто бы хотим встать в планку и уходим дальше. Возвращаемся в треугольник, опускаем по очереди пятки к коврику.
Находим комфортное положение, чтобы ничего не тянуло, не болело. И делаем несколько дыханий. Подходим к рукам, чуть сгибаем колени, ножки чуть на расстоянии двух кулачков стоят. Обхватываем себя за локти и повисаем. Тяжелый позвоночник, тяжелая голова. Знак согласия, покиваем. Знак несогласия, покиваем. Очень легко. Округляем с вами спину, руки на голеностоп для поддержки. Вырастаем руки на бедра. Голова самая последняя точка. Ножки ставим пошире и начинаем вращать бедрами. Ноги обязательно согнуты в коленях. Ноги шире, чем бедра. Активные большие круги. Можно большими пальцами себя проталкивать вперед, поставить их на ягодицы, на поясницу и обратно. Колени согнуты у всех? У вас грудь вперед, уходит назад. Вперед, назад. Вот, активно, хорошо. Закончили. Теперь подходим. Так, теперь оставимся, остаемся здесь. Делаем ножки пошире, носочки смотрят наружу. Смотрим у нас бедра, живот, грудь, плечи, все в одной плоскости. Соединяем руки на груди. И просто здесь стоим и дышим. Никуда не проваливаемся вперед. Дышим здесь. Напряжены ягодицы, пресс. Глубокие спокойные дыхания. Опускаемся чуть ниже. Продолжаем дышать. И поднимаемся, встряхиваем немножко ножки. Подойдем с вами к началу коврика. Сделаем по разу на обе стороны. Приветствие солнцу. Будем с вами делать глубокий вдох, смотреть вверх. Опускаемся к ногам. Выдох. Небольшой прогиб, смотрим вперед. Вдох. Снова к ногам. Выдох. Правая ножка назад, вдох, левая, на колени, выдох, опустились к коврику, вышли в кобру, вдох, и вытолкнули себя, собаку мордой вниз, выдох. Та же ножка, которая уходила, возвращается. Если не получается, можно ногой, рукой ее подтянуть ближе к рукам, вдох. И вторая ножка, выдох. Вырастаем. Глубокий вдох. И идем на другую сторону. Выдох к ногам. Маленький прогиб, вдох. Снова к ногам, выдох. Левая ножка отходит назад, вдох. Справа идет на колени, обе ноги к коврику, выдох. Проталкиваем себя. Кобру, вдох. Собака мордой вниз, выдох. Левая ножка возвращается вперед, вдох. И выдох. И вырастает.
Теперь правая ножка уходит назад, левая согнута остается впереди. Руки можно. Мы смотрим строго влево. У нас бедра смотрят, куда смотрит согнутая левая нога. Руки можно поставить на талию. Или поднять их вверх, соединить ладони. Дышим. Теперь ставим руки вперед на коврике с обеих сторон вашей ноги и переходим вес тела, переносим вперед, так, чтобы ваша задняя нога освободилась, и мы ее приподнимаем. Выпрямляем по возможности переднюю ногу и грудью, животом, точнее, тянемся к колену, к ноге, которая стоит. Можно остаться здесь или поднять правую руку. То есть у вас правая нога и правая рука вверху могут оказаться. А левая нога и левая рука вам играют роль опоры. Возвращаем руку сначала, разгибаем переднее колено и опускаем ногу. Поднимаемся и делаем все то же самое на другую сторону, просто переворачивая ножки. Руки на талию. Найдем равновесие. Вытянем руки вверх. Соединим стопы. У вас колени должны не западать вперед, а быть над пяткой, но больше наружу смотреть. Дышим. И опускаем руки. Чуть дальше даже, чем ваша нога. Переводим вес тела и поднимаем заднюю ногу. Остаемся здесь и дышим. Или поднимаем еще и руку. Продолжаем дышать. И опускаем сначала руку, сгибаем колено переднее и опускаем заднюю ногу. Вырастаем. И сделаем еще одно упражнение на равновесие дерева. Переносим вес тела на левую сторону. И правую ножку ставим на голеностоп или поднимаем выше. Не забываем зацепиться за какую-то точку на полу, на стене, которая не двигается. Она будет ваш якорь, который вас будет держать. Подтягиваем все тело, опускаем плечи вниз и выращиваем наше красивое дерево. Руки из талии могут переходить вверх. Могут наши ветки качаться на ветру. А ствол неподвижен. Ствол сильный, стройный. Отлично. Меняем сторону. Тряхнули. Вес тела на правую сторону. Ножку. Смотрим, откуда начинаем. Голеностоп. Поднимаем ее выше. Снова находим точку, которая вам поможет сохранять равновесие. И выпускаем наши ветви. Спинка прямая. Живот подтянут. Улыбка. Опускаем ножки, спряхиваем и ложимся на спину. Шавасана, расслабляющая поза. Раскладываем стопы на комфортное расстояние. Ладони, руки. Подбородок к груди. Не запрокидываем его назад. Вверх. И дышим. Чувствуем, как
наполняемся кислородом и опустошаемся. Еще несколько глубоких дыханий. Мысленно, когда вдыхаете, можете сказать: вдыхай добро и выдыхай добро. Начинаем вращать стопами, кистями рук. Одно колено груди, потом второе. Ложимся на бочок. Позу эмбриона. И рукой. Давайте пойдем помогаем себе сесть, где мы с вами начинали. Снова выпрямим спину. Вытянем шею. Запомним себя такими красивыми. Я вас всех благодарю за участие. Увидимся в следующий раз. Смотрите объявление, может быть, будет отмена занятий. Всем спасибо.